Привет, зритель! Счастье ждет распаковка моего заказика белорусской косметики Selfie Love. Витебск. Вот от из Витебска мне и прислали. СДЭК сегодня доставил. Само обсобачилось. Наверное, этим можно поосмерить. Дайте знать в комменты, если можно. У меня еще тут бумага такая, по типу такого цвета была. Из какой-то распаковки. Я подумала, что ее можно подкладывать, и тоже будет какой-нибудь АСМР. У меня, конечно, уже записан мой уход. Но косметики же много не бывает. Это, наверное, тоже можно поосмерить. Поэтому что-то я буду пользовать. Просто мне интересно стало, что такое. Что за косметика Selfie Love? И мне захотелось вот ее на себе потестировать. Это Selfie Love крем, глубоко увлажняет, питает, смягчает для нормальной и сухой кожи. 99,4% натуральная маття. Экстра увлажняющий крем для лица день-ночь. Без парабенов и силиконов. Увлажняющий крем для лица. Zen. Наносите средства на ладони, деликатно потрите их друг от друга, чтобы теплом активировать целебную силу суперфуда Матти. Поднесите ладони к лицу, нежно нанесите крем на кожу, дайте впитаться. Вообще, тут написано по аромате матча. Меня сегодня в комментариях кто-то подправил. Но на самом деле, если по Поливанову, то матча. Как-то у меня тут все видно, нет? Да. Прикольная, красивая, так, зеленая коробочка вот такая. Зеленая баночка. Вау. Конечно, возможно, я хочу есть, но он так прикольно сладко чем-то вкусным и знакомым пахнет. Обалденно прикольный. Пусть коробочки обратно полежат. Буду доставать из коробочки каждый раз. У меня тут еще один кремушек. Гель-бустер для кожи вокруг глаз и носогубной зоны. У меня как раз вот заканчивается один кремик. Я вот этим буду потом пользоваться. Ну, вообще, я им сейчас буду пользоваться. Уменьшает припухлость и осветляет темные круги, разглаживает кожу вокруг глаз. Придает взгляду свежесть и выразительность. 15 грамм. Без парабенов и силиконов. Вот у меня последнее время из-за проблем со сном утром именно такие темные круги под глазами. Ну, бывают мешки, но вот прям вижу эти круги. Классный такой вообще. И он точно так же так вкусненько пахнет. Чем-то очень знакомым. Может, возникает вопрос, зачем я обратно его убрала? А я хочу потом это все вместе сфоткать. Вау, под деревом. И мой любимый флакончик. Даже мой любимый дозатор. Во. И что-то туда у нас прыснуло. Пробуждающий тоник для лица Zen. Восстановите силы, приведите в порядок мысли, кожу и получите удовольствие вместе с Zen Superfood. Пробуждающий тоник для лица с
С удовольствием буду его использовать. Но я его закрыла уже не понюхать. И еще у меня здесь пенка была. Я сейчас то одной, то другой пенкой пользуюсь. И вот думала что-нибудь сменить временно. На какую-нибудь другую пенку. Нежная гель, пенка для умывания Дзен. Остановитесь и отдохните. Очистите кожу. Проясните мысли. Обретите эмоциональное равновесие. Подарите своей коже красоту, здоровье и молодость вместе с Дзен Суперфуд. Обалденная такая серия, прикольная. И дизайн. Тут вот прям реально так под дерево. И дозатор хороший. Мне вообще вот такого типажа нравится. И вообще все такое очень хорошее и классное. Люди, если вы пользовались косметикой белорусской Selfie Lab, поделитесь со мной своим мнением в комментариях. Я обязательно всем поставлю сердечко. Если вы хотите поддержать канал, то где-то будет облачко, либо ссылочка в инфобоксе. Если вы пользовались какой-то иной белорусской косметикой и хотели бы со мной поделиться своим мнением, то тоже буду рада почитать ваши комментарии. Ну и всем пока!